Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю играть в Dragon Age Inquisition. Я очень давно играла. Не помню, какие задания мы выполняли. Так как мы находимся в убежище из последней серии, я вспоминаю, что я делала доспехи, раздавала задания в Совете, в Инквизиции. Еще какие-то задания тут выполняла. Исследовала территорию. Выходила за пределы этой деревни. Хотела убить пару животных для мехов, для одежды, но здесь нет никакой живности. Это мы можем делать только, видимо, во внутренних землях, в Ролдене, либо еще где-то. Сейчас я вернусь обратно во внутренние земли и продолжу выполнять задание. Так, заблудшие души солдат Инквизиции пропали в топях Южного Ферелдена, которых нет на карте. Нам нужно зайти в ставку командования, но я еще очень много заданий выполнила во внутренних землях. Поэтому отпустим пока это задание. Сбор осколков. Мы нашли необычные осколки. Явно, что они древнего происхождения и могут быть фрагментом чего-то. Нам нужно дальше изучать этот вопрос. У нас есть влияние 4 из 4. Нужно исследовать осколки на столе в ставке командования. Тоже видим какое-то задание там и внутренние земли. Вот, давайте сейчас продолжим выполнять задание во внутренних землях, когда закончим с этими заданиями, перейду к ставке командования и дальше будем смотреть. Либо в Орлей, либо в Вал-район нужно нам отправиться, либо еще куда-то. Так, Брон предлагает поставить в окрестностях несколько сторожевых вышек, чтобы фермеры и беженцы могли узнать заранее о приближении врага. Без для сторожевых вышек всего три. Нужно поговорить с Броном. Нам нужно отправиться во внутренние земли. Так, с ней я говорила. Сразу же можно перейти, наверное. Так, это у нас убежище. Внутренние земли, так. Вот, безопасность для фермеров. Брон предлагает поставить в окрестностях несколько сторожевых вышек, чтобы фермеры и беженцы могли узнать заранее о приближении врага. Ага, вот так вот мы перешли. Вот у нас на карте отмечены места, где, видимо, нужно установить эти вышки. И давайте начнем с ближайшей вышки, там, где у нас есть лагерь. Интересно, знак восклицания это сдавать квест или получать? Я просто вот сейчас не забыла. Окей. Но выбор у нас небольшой, у нас как раз ограниченное количество напарников, кто предложим здесь. На выбор тех и берем. Подтвердить. Так, продолжаем нашу игру. Отступники в ведьмином лесу. Нужно найти крепость отступников в ведьмином лесу. Вся местность в опасности, война магов и храмовников. Но я уже пыталась выполнить это задание. Да, именно. Отправляю сейчас туда, это недалеко. Сейчас воспользуемся сейчас вот этим переходом.
Refuge, это туннель, разделяет враждебную территорию и убежище для беженцев. Западная дорога. Сейчас пока по возможности я их обхожу стороной. Уходит из боя. Потому что вообще не дойдешь до того места, которое нужно, если каждым вторым тут сражаться. И мы это уже поняли, вот ведьмин лес. Что это у нас за растение? А нам еще какое-то растение нужно, которое растет на болотах. Может, мы сможем их обойти? Попробуем обойти, это не очень далеко. Вот здесь. Так, лучше я сейчас буду Пендерсом, хотела сказать. Недавно играл в Dragon Age 2 с Солосом. Лучше я буду Солосом играть. Вот это враждебная территория, это что у нас, ориентир. Найдите все ориентиры во внутренней земле. Заодно я могу подобрать, что там нам необходимо. Или осмотреть. Знаю, что это за ориентир. Вся местность в опасности. Мы понимаем, но как нам выполнить это задание? Неужто нам нужно убить всех храмовников? А, нам нужно найти крепость отступников. Здесь должна быть крепость. И только после этого эта местность будет в безопасности. Тогда поблизости давайте доберемся до ориентира. Он вот здесь находится. Сейчас я его активирую. Так, вот у нас сага о Тирде Яркая Секира. Мы присвоили себе это место. Теперь пошлите искать крепость. Может, мы сможем ее увидеть, если поднимемся повыше. Один порт мы уже захватили. Я думаю, что примерно то же самое нам нужно сделать и с этой крепостью, где у нас отступники находятся. Многие агрессивные отступники. Это пещера. А мы как-то можем это все делать, помним? Может быть. Нет, это должно быть ведьмином. Ведьминским лесу, ведьмином. Мы уже за пределы вышли. Точно нужно вернуться обратно. Значит, нам нужно вернуться обратно. Я помню, мы здесь закрывали разрыв. Как же нам найти, в общем-то? Сейчас вот это все по кругу нужно обследовать. Где у нас помечник? Фиолетовым цветом территория. Вообще, что я туда иду.
Я просто не знаю, где нам искать эту крепость. Мельница. Почему здесь осколки льда, я не понимаю. Явно что-то магическое и неестественное. Обошла с другой стороны. Давайте попробуем на ту сторону пробраться. Иначе я не смогу всю территорию обыскать. Что у нас с этой стороны? Сюда проникает лучик света. Я думаю, что это такое? Думаю, что вход еще в одну пещеру. Ладно, мы и так достаточно собрали эмбриума. Как же нам быть? Странные. Блин. Так, напали тут на моего колдуна. Нужно помочь. Сейчас посмотрю, один я вообще не понимаю, что я делаю. Все забыла. Если ее не остановить, то она тут поле рассечет своим щитом, блин. Что это такое? Смотрите, замерзший скелетон. А, там еще нужно сражаться. Мятежный заклинатель, блин. Так, я что-то не врубилась. Посмотрю, там еще двое противников. Они в один момент появились просто. Что это такое? Не понимаю. Да ёлки-палки. Давайте бейте вон того заклинателя. Ну или это. Так, вставай, что-то у нас второй раз наша Кунари, женщина Кунари, погибла.
Взять добычу. Шелк. Так, материал для ремесла. Ну что, лечись. Вообще лучше сейчас больше не вступать в бой. Иначе не найду крепость этих отступников. Что это за обычный? Вот она, вот. Какая-то избушка. По-моему, мы здесь уже были. Нам нужен ключ от хижины, я думаю, что это и место и есть. А внутри вы видите там разрыв. Для того, чтобы нам открыть эту избушку, нам нужно найти ключ. А где нам его найти? Честно сказать, вообще без понятия. Я еще ни разу не находил никаких ключей в этой игре. Где их нужно искать? Обыскивать погибших солдат. В сундуках это нужно находить, в пещерах, водоемах или где. По-моему, веретенка нам нужна для того, чтобы делать антилонский огонь, насколько я помню. И либо красный лотос, там еще какое-то растение, ну, пригодится во всяком случае. Здесь я еще не запомнила рецепты, поэтому. В общем-то, надо посматривать. У нас там все записано, сейчас мне хочется просто поиграть, иначе мне придется сейчас сесть, я буду разбираться в этом во всем. По ходу дела освоить, может быть. Это нету места случайно. Очень похоже. Может, мы ключ здесь найдем? Так, редкая кольчуга разведчика. Первого уровня. Что же мы здесь прочитаем? Устало того, что безмозглые идиоты сковывают тебя своим страхом. Уходи, ведьмин лес, следуй за знаком. Следуй за знаками. Здесь мы свободны на своем ремесле. Здесь мы сможем стать новыми богами, какими всегда и были на самом деле. Письмо написано размашистым, взволнованным почерком без подписи. Так, он сказал, что ты писал следуй за знаками, и, наверное, после этого мы сможем найти крепость. Вот, такие же знаки нарисованы на скалах, на этих камнях. И так, да. Мы сможем... Например, сражаться. Так, нужно помочь нашим друзьям. Отлично. Солнце. Кассандра. Что это у нас на цели? Так, в ту сторону мы больше не пойдем. Потому что они у меня скоро погибнут. 6 золота. Они так и будут, что ли, прибегать?
Сейчас они у меня погибнут. Варик. Что мы здесь делаем? Все, блин. Сам себя убил. Надо себя защитить. Там еще кто-то в меня целится, я смотрю. Какую-то защиту ставят все. Я не успеваю его убить. Так, интересно, откуда мы начнем? Я думаю, что мы идем правильно. Тут как раз вот эти отметины. Давайте сначала используем навык Варика. Сейчас я его снова собью. Отлично. Это надо тебе, наверное. Ну вот. Я что, сейчас все погибну? Кто-то раскричался тут. Сейчас этого крючок подцепим. Варик, варик, варик. Еще тут этот мятежный заклинатель. А этот все никак не умрет. Давай, соус, помогай. Варик уже помер. Ну все, они мне сейчас не дадут мне сейчас этим заниматься. Мне нужно отходить, возвращаться в лагерь. За припарками. Найти ко мне. Так не хочется мне отходить обратно в лагерь. Как я потом это место найду? Теперь мы знаем, что нужно двигаться вдоль
этих помеченных камней, там, где эти амулеты висят, знак пирамиды или треугольника, я не знаю, что это означает, но эти знаки нас приведут к тому месту, где находится крепость этих отступников. Вот кровавый лотос. Он для антиванского огня нужен. Не проходим мимо, иначе так вообще ничего не соберешь. Хочется пострелять. Использовать заклинание. Во всяком случае, мне сейчас хочется больше поиграть, чем заниматься собиранием ремесленных материалов. Просто у меня сейчас такое настроение. Бывает другое настроение, бывает, что это собирать чего-то хочется, особо сражаться неохота. Просто побегать. Смотреть мир Инквизиции. Сейчас хочется именно сражаться здесь и выполнять квесты. Сейчас я даю им команду, чтобы они вышли из боя. Мне нужно сейчас к той избушке, там, где нам нужен ключ. Вот какое-то странное место. Чувствую впереди магическую энергию. Магия уже близко. Значит, неправильное направление пришли. Стоп. Сейчас. Нужно издалека начать нападение. Так, теперь нужно, чтобы все нападали на ближайшую цель. Так, почему вы побежали сюда? Нужно, чтобы все должны сражаться сначала с одной целью, как это нужно писать. Помогайте, сейчас нас убьют. Вот у нас еще, я вижу, раз. Ближайшие одна цель, но внутри, видимо, этой крепости еще будет. А нет, вот не убился. Вот еще живой. Так, Кассандра. Вот. Потащи его. Где она, вот она, Шейра? Так, Шейра, давай лечить. Я не понимаю, вот не первый раз замечаю, я включила ей лечилку. А вместо этого она переключается на цель. Она должна первым делом выполнить мое указание. Но она не послушала меня.
Не первый раз это замечаю. Что это такое было? А, это маг. У нас Варик становится невидимым, какой молодец. Кассандра погибла, здорово. Теперь ты можешь вылечиться? Это все, да? Не знаю. Но Соус нам сообщил, что мы близки. Оберег из-за орлиных перьев. Что это за оберег? Ордены Нальши заступника для мощности. У нашего соуса посох с наполнением. По-моему, я его делаю специально для него. Пятнадцать бонус к урону против барьера. 28 урона от холода. А, у меня тут несколько посохов. Сейчас нужно здесь смотреться, тут много трупов. Нужно все собрать. А вдруг мы найдем здесь ключ поблизости. Еще есть какая-то избушка закрытая. Для того, чтобы попасть внутрь. Магический барьер. Для этого нужен соус. Как раз справились. Соус идет вперед. Вот эта крепость. Вот теперь все дружно. Давайте нападайте. Так, они мы сейчас все погибнут. Кого бы вылечить-то? Кассандра? Вряд ли я сейчас, конечно, пройду. Этот момент. Варик, варик, варик. Можем кого-нибудь подцепить.
Ну, какая-то устойчивость от электричества, не могу понять. Тут все дружно нападают, я смотрю, тут больше никого нет. Да, у него какая-то защита. Ну, какую-то защиту все время включал. Блин, все равно пропали. Там остался один маг. Максимум 3. Так, кровавый лотос. Сколько есть? Все не сделали. Не знаю, что мне тебе нравится. Оптимизм. Как хорошо иметь товарища, который додумается тебе. Нет, я серьезно, стал бы иначе эльф отступник помогает церковникам, закрыть трещину в небе. Если так посмотреть, то и не поспоришь. Сейчас попробую на лошади добраться сюда. Теперь это место у нас отмечено на карте. Сейчас быстро доберемся. Нет, там у нас дракон, насколько я помню. С другой стороны лучше объехать. Значит, очень опасно. А может быть, стоило, конечно, не от этого лагеря добираться. Ну, не знаю. И отсюда можно. Тут был обрежь. Мы расправлялись с демонами и призраками из тени. А тут у нас дорога перекрыта, тут нам не проехать. Нужно посмотреть, что у нас здесь. В правильном ли направлении я бегу? Так, козел. Хотела спешиться и убить козла. Неохота мне сейчас останавливаться. Не-не-не, стой, 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 стой. Чуть не упала. Наверное, нужно было от того лагеря добираться, но тут вообще очень далеко получается. Ну, почти к цели добрались. Почти уцелены. С этой стороны можем даже обойти. Вот проход в эту пещеру.
мы прошли с другой стороны. Вот это место. Стоять. Да стоит и драться, блин. Нет, здесь все убиты, я смотрю. Остался, наверное, только он. Да. Так, Кассандра, что ты тут делаешь? Так, нужно его крюком подцепить. Да. Много у него жизни. Сейчас я его подцеплю. Снова. Все. Вот, отступник у меня остался. Теперь беженцем. Видимо, в королевстве будет легче. Без... одного логова этих магов-отступников, гнев. Ловиус, это посох у нас 44 уровня, фиолетовый. Сейчас можем поставить защита от магии, магия, сила воли, урон от холода. Сейчас осмотрим этот лагерь. Установлю я. Соусу. Новый посох. Может, нам сообщат, если будет возможность их прокачать. Так я могу и не заметить. Нам сообщают, когда, видимо, уровень повышен. Похоже на лагерь. Что это у меня здесь? Мне кажется, что я видела. Сейчас осмотримся здесь. Так, Оникс. Вендрюм. Я все жду, не дождусь, когда мы найдем ключ от той хижины. Такой для защиты от магии духа, крепкая шляпа искателя. Видите. Инвентарь у меня переполнен. Кассандра, она женщина с щитом. Я делала самодельный щит, уровень брони 15. Не знаю. Нет. А то у нас инвентарь переполнен. Можно, конечно, это подать, но... мне сейчас не хочется возвращаться в лагерь. Там вот у нас идут посохи. Всякие разные, только нет. Зеленый лучше, чем голубой. Уровень один, да. Есть у нас место, чтобы... взять барахло. Нужно добраться до лагеря или
до лагеря беженцев. Там мы можем продать, что нам не нужно. Там есть лавка торговца. Ручной молот. А я хотела установить пояс. Аксессуары. Пояс для защиты от магии духа. 7% устойчивость к магии духа. Интересно, кому это лучше установить? Магу или без разницы кому? Вернее, все-таки магу. У нас уже есть такой пояс у соуса. Ручной молот. Взять добычу, что мы тут нашли. Материал для ремесла. По-моему, это статуи драконов. Недавно мы читали в кодексе про древних богов. Там было написано 6 видов драконов, которым поклонялись люди. Там бог огня, то есть бог холода, бог там страха, бог еще чего-то, бог рабства. Там какие-то драконы описывались. По Dragon Age Origins я параллельно прохожу. И как раз мы сейчас проходим задание Уорна про Хандраста, и там вот мы наткнулись на такую книгу. Ну, там описано как миф. Ну, скорее всего, люди все, что видели, записывали в книге раньше. Поэтому, как я говорила, что если найти какие-нибудь старые рукописи, старые книги в ограниченном экземпляре, скорее всего, они правдивы. Хотя есть вероятность, что люди могли изменить, но иначе бы они не прятали эти книги, а измененные уже не подлинник. Измененную книгу бы могли распространить для того, чтобы специально людям дать ложную информацию, чтобы они читали это. В свободном доступе, чтобы такие книги были. Иногда то, что нам доступно, и то, что мы можем прочитать и увидеть, делается специально. Скрытым умыслом. А мы разве не должны здесь установить форт, что мы выполнили это задание? Нет? Вот внутренние земли. Так, а наемники сеют смуту во внутренних землях, оккупировав старый форт в лесу. Найдите крепость наемников. Слушайте, я разве не прошла эту? Нет, другое задание опять не то выбрала. У нас были замечены активные разрывы. А на Гномьем перевале я помню этот разрыв. Он оказался очень сложным. У нас еще два разрыва осталось. Разрывы в завесе. Давайте разберемся с этими разрывами. Раз и два разрыв. Недалеко у нас лагерь. Перемещаюсь туда. Пополняем наши запасы и
Идем сражаться с нечистью. Хочу сказать, с порождениями тьмы, но здесь хуже нету. Здесь призраки, демоны, злые духи.